находится вот такой канатик. Мы берем, просовываем ручки тыльной стороной, разворачиваем наружу, выворачиваем ручки. Отходим назад, прогибаемся в спинке и на выдохе вниз разгибаем руки. Раз, два, три, так 5 раз. Затем уменьшаем вес на одну минуточку. Опять тыльная сторона, выворачиваем. Раз, два, три, четыре, пять. Итак, за счет минимального веса